Рома пробил, все. Я же сказал, Рома всех пробьет. Там машины. Короче, теперь готовьте стики, эти эмодзи, пистолеты, ножи, блядь, биты, вот такую всю гангстерское. И когда будут... Это тоже будет для вас конкурс. Когда будут разборки, все кидаем пистолеты, ножи, короче, вообще все прям такое. Отвертки, блядь, кидаем в чат. Да, на этого чувака не подъезжай ближе. А как же Вика Трап? Давайте ее оставим на потом, потому что у меня микшер вырубается постоянно, хорошо? Шкет посмотрит назад, рожу увидит. Нас пропалили. О! Ебай, качать! Вернуть свою машину. И я сейчас думаю, смотрите, как... Ромчик снова с телефона подойдет, вот прям вот 100%. Это смотрите. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте да, лайк, да, 30 брат, тысяч лайков тебя. И да, выйдет да, продолжение. Да. Какое продолжение, пока не знаю, чем сегодня все закончится. И желаю вам приятного просмотра, и не забудьте подписаться на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Ага, с телефоном, я же сказал. Да. Да, да, понял, брат, давай. Короче, нашел он его. Ага. Еще раз. Павлов Сергей Дмитриевич, 96-й. Где? Год рождения, что ли, да. Что? Да он выглядел на тридцатку. Кто? Он младше меня. Лет 25, может. Ну, типа, ему 22 года. Давай. Ну, да. 22. Пацаева 37. Пацаева. Да. Там, где ты тачка эта стоит. Поехали. Вот так бы полиция работала всегда, типа. Ой, когда Ромчик подходит, надо будет это самое... Я понял. Все, когда, короче, появляется в кадре Ромчик, да, или он что-то делает, что-то невообразимое, как в этом видосе, вы поймете потом. Вот. Короче, все хвалим Ромчика. Блять, прекращай нахуй. Вот, все хвалим Ромчика. А так хотел сказать, что у Ромчика настолько жесткие связи, что эти связи пробивают машины, которые стоят в очке каком-то, в каком-то дворе. Они говорят, там же и машины, типа, вообще классно. Давай, сейчас мы этот, слушай, на связи будет, ладно, потому что мы позвоним, если что, перебьёшь. Хочу замуж за Рому, но я бы на самом деле реально, я бы сам, ну, это сам, на клыка взял бы у Ромы, реально. Нет, такой его, бандит. Конечно, ваша не знает дело. Наша ж может чернеть. Мы сейчас, наверное, не будем сразу выходить около дома, проследим там. Чё, конечно, куда нет, пусть он выйдет, или я выйду спокойно, обойду тихо, встану, что я не смогу. Ну, короче, просто проследим, когда он поедет, может, он нас к машине приведет. Они не знают, что у нас есть эта машина, поэтому мы сейчас просто втихаря за ними так поедем, посмотрим, куда красиво, нас поедет. Красиво, красиво, пацаны, приведет. Только очень долго и заебывайте, пиздец, а так красиво очень. Короче, человек. Он нашел машину, я буду просто, блядь, так долго, пиздец. Ну, машина, мне... короче, вот этого старшака, типа. Я ненавижу лиц. У них же маски в некоторых были. Рома, чё, красава, да, сразу, пишите себе, Рома, респект. Ты что, сразу грубее, поняли? Прям жестко. Да, да. Прям да, жестко да. Так. О, Рома бандит, да. Пиздец. Смотри, сколько они уже. Мужик. Поехал, поехал. Поехал, давай, тихо. Стой, стой. Тихо, назад, назад, голову, голову. У него ствол, кстати, может он не смотрит, не да. Точно? Ну конечно, он там. Думаю, если они столом опять собрались, будут что делать? Не знаю. А если они подъедут куда-нибудь, где там человек 20 будет? Тогда уедем. Уедем, я не знаю. Мы хотя нету. Будем знать, где они там что встречаются, собираются. Слишком быстро не подъезжай. Не газуй. Это Ромчик говорит, если что, типа, он, ну, Ром разбирается, он руководит, типа такой, не газуй, все дела там. Ну. Топил. Ага, топился. Не, я не думаю, что он понял. Хотя бы одного в тачке оставит. Тихо-тихо, куда-то заезжает. Тихо-тихо. Чего? Гаражи. Угу. А вот это интересно, там как раз тачка может быть в гаражах, по идее. 100 пудов. А зачем одного оставлять человека в машине? Ну вдруг, что, на постраховку, чтобы завел, смотаться и вообще... Пацаны, тихо, я пошел проверю. Ну-ка. Ага, вон он стоит, Ром. Ром, вон он стоит. Стоят, вон идет. Этот один из шкитов. Еще тачка. Рома Волчар. С ними нет. А давайте инстаграм Ромы найдем, блядь, как вам идея? Обычно же рейдят, ну вот как я делал, инстаграм Ромы. Сейчас я протру глаза, чтобы я не готов пока к этому. Вау! Вот. Обычно все, короче, ну, типа, срут же, да, и так далее. А вы везде пишите у него в инстаграме. Рома, красава! Ромчик, респект!
бандит, мужик, там вот такая хуйня, вот его инстаграм. Все пишите, я попозже чекну. Во все комменты, вообще, Рома, красава, я твой фанат, отвечаю, это я вот. Ты супер, круто, я твой фанат, красавчик, охуенно, тезка. О, бля. Рома, ответь в ЛС, плиз, я насчет конкурса Макса, типа, вас видеоблог, видеоблогер, понятно. Ну, короче, блядь, все пишите Ромчику, что он красава, ёпты. Мы русские, с нами Рома. Бля, как я такую хуйню сейчас придумал. Мы русские, с нами Рома. Там просто челик написал в чате, мы русские, с нами Бог. Я начал читать, а потом сказал Рома в конце. И получилось, мы русские, с нами Рома. Назад, назад, они едут, там шкет этот сел, да? Мелкий, который... Который? Нет, не который, заметили. Какой шкет? И этот мелкий, который в маске был, вот в этой, самый главный, блин, говорил. Спали, убудь, тихо, спали, убежает, да, давай, снимать. Сдавай, вон, назад, сдавай, туда, вон, назад, сдавай. Да вон, назад, сдавай, вижу, Рома, да. Же говорите. Тихо, тихо. Вот они едут, едут. Давай за ними, гони, гони, гони. Шкет снизу поднимался, с этого, как его, снизу, оттуда, где шлагбаум. Он поднимался и сел в тачку, не подъезжай ближе. Шкет посмотрит назад, рожу увидит. Узнает. Блять, ты прекращай, слышишь, нахуй, ёбаный микшер. Подъехала какая-то вторая там тачка. Я просто не пойму, почему. Невозможно. Ебать! Вот это до сюда не буду за ними ездить. Давайте перемотаем. Я понимаю. А, погоня началась, погоня! Ебать! Экшен, говорю. Ништяк, сори, 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 потому что не надо. Опа, было опа, обгонять, опа, а шахматы, говорят, пошли, пацаны, шахматы. Дети. Шахматы. Тормози, налево давай, за ним. Давай, за ним. Ручник, нахуй. Дрифти, ёпта. Куда теперь он сейчас поедет? Не знаю. Смотри, 2 секунды на светофоре, он по-любому втопит. Да. Не, да. Погоня классная, типа погоня, погоня, а правила дорожного движения, это правила дорожного движения. Ну просто я вот, допустим, на машине, если буду ехать, и увижу за собой погоню чуваков, у которых в теории есть пистолеты, я буду на светофорах стоять, знаете, типа. Мы считаем, он пустой на дороге, а у нас несколько... Не, молодцы, молодцы. Давай, типа. Макс, плевать, давай, дрифтуй, не просто так все. Дрифтуй, говорит. Смотри, как он ушел. Давай, объезжай, обгоняй. Там справа все. Дрифтуй! Женщина, дрифтуй! На прямой дороге, дрифтуй! Вот уходит, спасибо, друг. Блин, четырка, иди же. Куда вот он лезет? Давай, 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 давай. Вот так и стой. Так и стой. Да он один спалил уже нас. Он сейчас на мосту, скорее всего. Давай, давай, допи на мосту, потому что сейчас он топит. Ну, четырка, как долго! Рома, дрифтуй! Даня, у тебя почти 2,5 миллиона подписчиков. Смотри, да, все верно. Да, так ты обгоняй, если нам не надо, главное тебе не спрям за ним. Смотри на скорость, на скорость. 140 он едет. Это видеомонтаж, видеомонтаж. Это видеомонтаж. 150, 160. Смотри, сколько он топит. Нет, он топит. Притормаживай. Бля, надеюсь, они толпой въебутся, нахуй. И это Макс Ващенко будет на кредиты наберет, блядь, чтобы... расплатиться и будет работать, бля. Да, Рома клал на закон. Да, брат, как оно есть. Видишь, как оно есть. Смотри, смотри, поворачивается. Поворачивается. Рожу повернул, да, этот сзади, он... который сидел. Да? Да, да, да. И вон, смотри, видишь, он в зеркало заднего вида смотрит. Да. Страшно. Поворачивай. Давай. Нам поток не сорвать. Давай, гони, плевать вообще на машины сбоку. Гони. Вообще поворот так все запрещен. Да, запрещен. Я знаю. О, все, 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 сейчас начнется. Смотри, он в топи. Нет, тут что-то не то, слышь. Стой, стой, тормози. Если он знает, что... Тормози, тормози, я пройду, посмотрю. Нет, если он нас спалил, и мы сейчас за ним едем, нафига он сейчас вывернул. Я, говорит, пойду посмотрю. Там сейчас не то, мне кажется, засада может быть. То есть, не езжай, подожди, может, смотаемся, мало ли. Да? Хули вам бояться засады, с вами же Рома. Нет никого. Не понимаю. Засада может быть сейчас. Пойдем, плевать, никого нет. Пойдем, пацаны, тормози, не гони. Ты хочешь сказать, перекрой его, перекрой его. Резко решил это. Пацаны, пошли. Давай, давай, давай. Ствол, смотрите, аккуратнее. Нет, может быть. У него бита. Аккуратно, бита. Тихо, 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 тихо. Опа, тихо, 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 тихо. Плохому говорить. Ты че, Влад? Да, он гасится, блядь. Смотри, он гасится. Бля, ребят, сейчас. Вот реально готовьтесь. Типа, можете пока ничего не спать. Да ёпта, микрофон, нахуй ты падаешь, сука. Можете сейчас ничего не писать в чат.
Вот, просто приготовьтесь. Вы можете приготовить что-нибудь, какие-нибудь ножи, автоматы, пистолеты наготове, и вы сейчас охуете, что сделает Рома. Я смотрел эту серию 2 раза, 3, 4 раза я смотрел полностью. А этот момент я смотрел 500. Сейчас Рома сделает такое, у вас ебальники разлетятся, просто вы будете бегать их совочком собирать с веником. Готовы? Сейчас Рома просто такое сделает. Не махай. Положи. Не махай, бери. Вам говорил, давайте по-хорошему разрулим ситуацию. По-хорошему? Мы пытались по-хорошему, деньги нам дадут. Говорил по-хорошему, блядь. Нет. А чё? А ты что здесь самый дорогой, что ли? Один раз крутился и всё, отойди. Я ничего не знаю. Отойди, я сказал. В смысле, не знаешь, на камере записано, да, он то, что вы у нас тачку забрали. Не будет вам никакого... Ебучий. Раз, два, все. Он 2 раза подряд уже вырубается, видите? Поэтому, а вы говорите, почему так рано заканчиваю? Потому что пиздец. Какой тачки? Держитесь, держитесь! Пока ничего не пишите, держитесь! Я хочу, чтобы Рома сделал то, что он сейчас делает, и будет в чате, пум, взрыв! Представьте, вот нас сейчас смотрит 20 тысяч человек, вот. Онлайн упал, кстати, на 15 тысяч, блядь, все, мне пизда, я не популярный уже. Вот. Я хочу, представьте, мы сейчас как целый олимпийский, 20, блядь, тысяч человек постоянных зрителей. Я хочу, чтобы сейчас в чате была тишина, и когда Рома сделает невообразимое, будет взрыв. Готовы? Я вам предлагал. Сейчас ментовку поедем. Я вас сейчас всех застрелю тут. Понял, блядь? Успокойся. Ствол, ствол. Смотри, 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 смотри. Смотрите, готовы, готовы, смотрите, блядь. Тихо. Патроны есть. Ебать! Вы видели эту хуйню? Рома отобрал пистолет, блядь, нихуя. Смотрите. Да, он то, что вы наставили. Понял, блядь. Сори. Стой, успокойся, чувак. Хопа, на нахуй, опа. Блядь, Рома, сука, Рома, о, будь моим мужем, охуеть. Патроны есть. Тише, положи. Давай, взрыв в чате, взрыв. Все пишите, Рома, красава, пистолеты кидайте, автоматы, ножи, отвертки, мачете, кинжалы, всякие ездолупы, давайте, блядь. Блядь, микшер заебал. Биту положи. Спокойно. Положи, да. отойди в бок, говорю. Ебать отойди. Ты вор, чувак. Держи, вон туда встали. Тачка, бля, встань Рома, туда, красава. Я говорю, встань да, туда. Да, стачка, все, нормально, стачка. Успокойся, давай побазаримся. Давай, еще базаришь. Ебать, чатик летит давай. Нахуй, просто. Смотри, у нас да, один вариант. Один вариант. Нам плевать все вообще. Все просто знают, что мужик. Нам плевать, нас... что здесь происходит. Я уберу ствол. Нам плевать, что здесь происходит. Вы должны отдать нам тачку, поняли? Опа. Тачка нам... сверху. И сверху, какой или бабло. Ремонт оплачивать, 25. Чат просто разрывается, я смотрю, у меня чат лагает, прикиньте, настолько чат жестко разрывается, какие вы молодцы. Рома видит вашу поддержку, ребята, Рома благодарен, спасибо всем большое, чат просто разъебывает нахуй, красава вообще. Не больше, нет денег у нас. Давай пятнашку телефоны возьмем, давай телефоны возьмем, чтобы не звонили. Давай. Пятнашку и телефоны пойдет. Нет, брат, телефон нужен. Ему тоже нужен. Как? Ну, не всем нужен телефон. Как решать-то вопрос будем? Какая разница? Давайте нужен, решим. Пятнашку отдаем сразу и тачку забирайте. Да, с тобой пятнашка? Да, с собой пятнашка. Давай. Он у тебя слишком борзый, я тебе отвечаю. Слишком борзоватый чувак. Он долго так не протянет. Где тачка? Да, с собой пятнашка. Нормально все с тачкой, блядь. Пятнашка где дают... ключи от машины? Где вообще тачка стоит? На какой парковке? В городе здесь все нормально с ней. Где конкретнее, блядь? Ну, сейчас доедем, отдадим вам тачку. Вот давай, ключи у нас с собой. Сейчас доедем. Знаешь, где он стоит? Да. С нами поедешь. Давай. Вот. Давай, давай. Машу, погнали. Постоянно. Ствол аккуратно, смотри. Слышь, что он лыбится постоянно, вот этот мелкий. Гасится. Знаю, какой-то здесь прикол. Вы кого ждете? Деньги давай заберем у него. Илья, двигайся. Что-то не пойму, а. Слушай, тут пятнашку что-нибудь забираем, и все. Десятка только с собой. Они снова, блядь, с ними торгуются. Они снова с ними торгуются. Я вообще не понимаю этой хуйни. Просто пиздец. Они второй раз машину, представьте, они второй раз машину у них угнали. Вот. И это самое, они их так... И они им снова такие, ну, короче, сейчас только, ну, пятнашки нет, есть только... Пятнашки нет, так, десятка есть. Сация сверху. Еще 15 потом возьмем. Ага, возьмешь. Не знаю.
что, мы отпускаем этого? Кого? Почему его отпустили? Я с ним сейчас разговаривал. Отдельно стоял, разговаривал. Ну и что? Я ему сказал насчет тачки, говорю, нам плевать, ты еще нам должен. Он говорит, пацаны, давайте без всяких напрягов, реально, говорит, у меня тоже сейчас не лучший момент, говорит. Да какого это ловушка? Он сказал, потому что вот эти борзые перебрали немножко. Так, я прошу вас, посмотрим, что там по комментариям. А, Рома красава, Рома убийца, просто вообще. Рома, ты в следующий раз, бля, ебать, вы им комментарии насрали просто. Рома, красава, Рома, блядь, это самое, больше не торгуйся с этими лохами, сразу приезжай сразу нахуй, вот так нахуй, каждого, блядь, из них. Отвечает он всё. За них, он еще и бабло даст. Даст, блядь, бабло, куда он денется, нахуй. Он еще даст, я уже все, блядь, пишут, Рома, красава, все, вижу. Тачка, сейчас вот за тачкой, где тачка? Далеко вообще нет? В центре? В смысле в центре? Он мне другое место сказал. Ты че сейчас тут на вокзале? Вот это правильно. Твой уже сказал, где тачка. Я прекрасно знаю, где она. Ну я вам сейчас тоже сказал, где тачка. Ты говоришь, она в центре. Если как она в центре, если она не в центре? Далеко от центра, что ли? Так это вообще другой район. Здесь она стоит. Вот она. Вот она. Вот она. Вот. Не разобрали. Я думал, вы ее уже разобрали. Не разобрали, Ром. Мне не нравятся эти пацаны. Нравится. Им вообще надо им. Сейчас я скажу. Сейчас мы его прям здесь присанем. Нормально. Мы русские, с нами Рома. Колеса целые. Сейчас он наебнет пиздюка. Я смотрел эту серию, да, реально. Нормально. Давай потом отгонишь, давай этому я сейчас навешиваю. А потом отгоним уже. Че? С тем чуваком решим вопрос, кто отгонит. Выкинуть его? Сейчас посмотрим. Смотри как сейчас. Вы сейчас садитесь в тачку. Я с ним вот здесь отдельно поговорю и все. Один сам, ладно? Давай. На. Давай. Ну давай, только лежит. Сам, Рома. Он пусть вылезает. Он вылезает, пусть. Бля, заебал он врубаться, ужас какой. Не, Рома поговорит отдельно, не ссы. За его бурзатурный стол. Че, куда тачку перегоняем? Теперь у нас то ствол есть. Да давай его перегоним куда-то. Они еще и ствол отжали. Не знаю даже, куда ее, кстати, перегнать. Смотри, он разговаривает с ним, слышь? А ствол пневматический. Надеюсь. На, ёпта. Ничего, Рома, сейчас будет, слышь? Блядь, сразу кинжалы, мачете, блядь, пистолеты, нахуй, автоматы, сука, все, что есть у вас, кидайте нахуй в чат, ёбаный в рот, сука, блядь. Как я вам рэп зачитал, нормально? Просто сейчас поговорится. Сейчас он его наебнет. Быстрее, но спамьте, блядь. Кулаки. А-а-а. Какие пистолеты? О чем я? Че я несу? Уберите нахуй свои ножи сраные. Все, абсолютно все, пишите кулаки. Все прям. Я, блядь, дальше стрим не продолжу, пока вы все не начнете спамить кулаками, нахуй. Есть эмодзи кулаков, блядь, копируйте везде. Вставляйте кулаки постоянно. Пожалуйста, ну. Сейчас Рома его просто не наебнет без нас. Вот и все, нахуй. Вы этого хотите? Я думаю, нет. Во, кулачки пошли в чат. Во, все, больше кулачков, больше. Ебать, просто сейчас такое будет, бля. Мы Рома, с нами русские. Правильно. Во, я вижу только кулаки, чтобы весь чат желтый был. Чтобы я нахуй... Вот я сейчас глаза закрою, ребят, открою, чтобы весь чат у меня желтый был. Ага, поехали. Нифига, весь чат желтый, спасибо, ребят. Быстрее кулаки, сейчас он его наебнет. Он не переборщит? Да нет. Не, это же Рома. Рома не будет перебарщивать. На, ёпта, сука, блядь, под их в солнышко тебе надо. Нет, молчи. Надо было куртку ему расстегнуть, чтобы он солнышко почувствовал, солнышко сразу. Я думаю, это чудище поняло. Конечно, понял. Чё, поехали, тачку отгоним. Да, давай тачку отгоним. В общем, ребят, наш видос подошел к концу, мы отжали. Пиздец, но это, конечно, экшен.